Всем привет, Blender 2.91 и ролик вроде как отчетный по шершню. Как он должен быть, какая у него должна быть поза и как выглядят кости. Давайте посмотрим. Так, вот такой персонаж. Вот тело у него полностью, вы видите, что цельное. Делался он в ZBrush 2019. Вы, наверное, посмотрели предыдущий ролик. Кисти все тут спаянное, и поэтому ломаться здесь ничего не будет. Единственное, что каска вот отдельно, она привязывается к кости просто как бон. Он ее может при анимации снимать, одевать. Крылья опять же тоже отдельные, они привязаны к костям спины тоже как бон, как в прошлом ролике я показывал. Ну и ничего такого сверхъестественного нет. Давайте посмотрим, как он будет вести себя именно с костями в постмод. Что у него здесь установлено? Это копи-локация на IK. Inverse Kinematic стоит еще дополнительный constraint копи-трансформация. Все по прошлым роликам. Настройки нужно уменьшать. Влияние вот этой кости Inverse Kinematic, чтобы руку сильно не перекручивала. Вот таким вот образом. Так, первым делом, наверное, посмотрим, как работает именно вот эта нижняя часть персонажа. В прошлом ролике она ломалась у Сергея на модели. Здесь вот вы видите, все плавно стоит, все нормально работает мягко. Здесь стоят настройки Copy Rotation, вот на две кости, вот от этой кости, как она гнется, эти повторяют ее движение. Так, руки, давайте посмотрим, как работают руки. Все-таки две пары рук, не слиплись нигде ли. Так, вот G, вы видите, что руки нормально работают. Посмотрим теперь нижнюю руку. Вот она тоже, вы видите, что от тела нормально отходит. Ничего тут не ломается. На усы я косточки не стал ставить. Тоже можно copy rotation поставить, как и на хвост. Вот на эту нижнюю часть. Так, давайте посмотрим теперь, как работают крылья. Семерка на нампаде. R. Крылья работают нормально. Вот так они движутся. Словом, вот такой персонаж. Теперь можно с ним делать анимацию. Менять ему позу. Добавить, если ему еще отдельно глаза и зубы с артом сделать, как я в прошлых роликах показывал для лицевой анимации, то можно сделать еще и анимацию лица, добавить косточки. Ну, в принципе, вот такое что-то получается. Все, всем пока, до свидания.